Всем милиедный привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Ник Медоед, и сегодня мы будем играть в Кубум Бомба. Погнали! Так, давайте начнем. Это просто у нас пока что разминка, так что можно пока что выбрать, ну, любое оружие. Так, сегодня мы должны победить. Так что давайте, ребят, погнали. Давайте все-таки сейчас чуть минуток, то есть секундочек до разминки. Все, скончилось все. Так, давайте-ка я лучше все-таки возьму Дигл. У меня на него очень крутой скин, посмотрите, пожалуйста, оцените. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментарии, если у вас есть какие-то идеи, во что я еще могу поиграть в Кубуме. Можете попросить мне что-то сделать. Так, погнали. Чтоб, ребят, если у вас есть какие-то идеи, или вы хотите, чтобы я что-то заснял другое, то, пожалуйста, пишите в комментарии. Так, давайте быстренько подзарядимся. Конечно, это оружие пока что начальное, так что оно слабое. Но, думаю, сейчас самое лучшее, это подзаработать чуть баксов. И после этого, ну, как бы, уже прикупить нормальное оружие. Так, кто-то идет. А ну-ка. Сейчас надо убить его. Черт, меня Дигл. Опа, было близко. Еще чуть я бы мог проиграть. Ну ладно, ничего страшного. Надеюсь, что я точно не проиграю. Так, есть ли кто-то еще кто-то? 100%. О, нет. Что? Команда разминировала бомбу. Что? И думаю, я его убила. Чё? Походу, мы что? Мы потеряли очко. Это плохо, это очень плохо. Ладно, давайте-то возьму это оружие. Погнали. Так. Кстати, как я понял, да, им прибавилось очко, но думаю, что надо все-таки выигрывать. Надо, думаю, идти побеждать. Не знаю, как так получилось, наверное, потому что просто у них, он, наверное, уже закончил разминировать бомбу, и после этого я тогда его уже не бил. Ладно, давайте тогда все-таки идти и искать их. Где же враги? Они что, тут как-то попрятались, что ли? Все, победа. Шикарно, просто шикарно. То есть у нас начало уже просто хорошее. Так, давайте все-таки закупимся. Это мое любимое оружие. И оно, кстати, стоит очень много ключей, так что я его купил. Смотрите, у меня даже есть тут ютуберская кнопка. Вот. Это очень круто. Люблю это оружие прямо очень сильно. Так. Ну-ка, начало. Минус один. Все. Так. Короче, думаю, их сразу тут где-то... Блин, мне кажется, что они отсюда не будут идти, так что можно покоролить тут пока что. Черт. А ну-ка, вот он. Минус один. Черт, это только в помощь убийстве. Жаль, жаль. Смотри, тут цветочка у нас тут растут. Красивая карта, красивая. Я слышал, что в новом обновлении добавили... Такое мини-обновление было, но не то чтобы мини. И добавили сюда новые карты для бомба. Вот. Конечно, бомба режим очень мне нравится прям. Крутой, крутой режим. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы вы могли видеть больше крутых видосов. И, ребята, если это видео наберет где-то 1000 просмотров, то это будет вообще шикарно. Так что, ребят, можете скидывать это видео друзьям. Всем спасибо. А мы продолжаем играть. Так. Ну, блин, где же враги? Ну, походу, просто кто-то прячется и все. Так, окей. Все. Черт, я умер. Так вот, что происходит, если вы не разминируете бомбу. Круто. Так, давайте все-таки купим какие-то гранаты. Да, так. Черт. Блин, мне кажется... Да, я забыл купить. Оружие, но ничего страшного, попытаемся с этим оружием как-то справиться. Уверен, что, конечно, получится, но прям вообще так себе. Ну ладно, давайте все-таки, надо все-таки попробовать, надеюсь, я не проиграю. Так, да, уверен, что сюда как-то разумно идти. А ну-ка. Ну это же просто невозможно, черт. Там чел какой-то залагал. Так, не знаю, зачем я сюда мину поставил, но ничего страшного. Ладно, все-таки пригодится. Так. Опа, черт, ну это издевательство, это супер ужасное оружие. Так, все, победа, победа, ура. Наконец-то смогу взять нормальное оружие, перегранаты. И давайте все-таки вот это оружие. Оно
интересное и такое хорошее оружие все-таки. Всем советую. Кстати, вы можете посоветовать свое оружие. Можете написать в комментарии, какое оружие вы все-таки любите. Так. Защищаем бомбу. Пока что мы уже выигрываем. У нас 3, у них 1. Вот. Так, а ну-ка. Черт, yes. Все, минус еще один. Конечно, жаль, это не я его убил, а мой друг, то есть мой союзник. Так, сейчас снова победа. Сколько так мы еще будем побеждать? Камон. Противники вообще какие-то слабенькие. Давайте, конечно, вот это оружие возьму новенькое и обязательно гранату. Всегда в бомбе надо брать гранату. Это топ прям. Знаешь, зачем я взял мину? Ну, для разнообразия, нормально. Так, минус один. Давайте все поставим сюда мину. Если кто не понял, то это минус один был, потому что у меня граната была. Так, все, еще минус один. Так, черт. Все, шикарно. Победа в раунде снова. Окей, окей. Так, снова сколочную гранату. О, теперь нам надо защищать бомбу. А, вроде как и надо было. Извините, я чуть запутался. Так, кидаем снова гранату. Yes, минус 2. Вау, шикарно. Так, чё, его убили первым. Все-таки я хотел первым победить и получить с одну убийство. Так. Окей, что у нас тут? Снова победа в раунде. Уже 6-1, мы точно выиграли. 100%. Так. Берем гранату. Как всегда, сколочную, как по мне, топ. Как всегда, защищать бомбу. Мне кажется, у нас точно это получится. Вот. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Это очень сильно поможет моему каналу. Так, плюс одно убийство. Так. Камон. Опа. Черт, нет, это был мой. Так. Ё-моё, ё-моё. Так, давай. Все, снова победа. Уже 7-1. Мы побеждаем. Это уже точно чистая победа. Так. Черт, походу наш коммент. Да, у нас теперь обезвредить бомбу. Я как бы давно уже играю в бомбу, так что тут 100% Б. Б всегда идет, когда... То есть, всегда, когда вот бомбу надо разминировать, она почти постоянно в Б спавнится. Вот. И цветкова. Да, вот, 100%. Да, как я и говорил. Вот это у меня чуйка. Вот я помню, давно не мог понять, как разминировать бомбу, а оказывается, что ее надо, короче, зажимать. Это когда я первый раз в бомбу играл, то я вообще не понимал. Как всегда, победа в раунде. Шикарно. Так. Окей, все. Давайте все-таки купим нормальное какое-то оружие. Черт, я не подумал, я взял спас. Думаю, что у нас все получится, ребят. Так, думаю, что теперь уже А. А? Нет, черт. Не А, не А все-таки. А ну-ка, давай, 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 давай. Черт, нет, меня убили. И плюсом с обрезом. Черт возьми. Ничего страшного. Думаю, что мои тиммейты точно затачат эту каточку. Давайте-ка на них посмотрим. Давай же, давай же, давай же. Ну... Давай же, давай же. Все, победа. Всем хочу сказать спасибо за то, что вы смотрели это видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.